стрижка клюва у черепах. Возьмем черепаху за шею, так, чтобы голова была плотно зажата между руками. Беру за щипчики для ногтей с острым краем. Затем, аккуратно подлезая под верхнюю челюсть, понемножку челюсть откусывается. Надо смотреть, чтобы не откусить лишнего, то есть ориентироваться по краю верхней челюсти. Кончик должен быть чуть-чуть больше, чем остальная часть челюсти. Слишком много не стоит срезать, чтобы черепаха могла потом нормально закрывать рот. Вот. Таким образом, клюв стал более ровным. Черепахе станет проще есть. Клюв нельзя обрезать у водных черепах, потому что он у них сам стачивается при питании твердыми кормами. У сухопутных клюв часто вырастает слишком большой, поэтому его необходимо подрезать. Только если он реально слишком большой. Все.